Дорогие друзья, я много рассказываю про важность и ценность других людей. Но другие люди действительно для нас являются неким испытанием. Хотелось бы, чтобы с ними у нас всегда отношения складывались хорошо, чтобы мы могли друг друга понимать, чтобы мы могли друг друга поддерживать. И вообще ценность жизни, она определяется через то, насколько у вас вовлеченные, объемные, содержательные отношения с другими людьми. И вот я хочу, чтобы мы с вами прошли такой практический мастер-класс обучения трем типам мышления, трем психотипам, трем типам людей, чтобы мы узнали, что за особенности восприятия жизни, отношений с другими людьми есть у тех, с кем вы постоянно живете, потому что и ваши близкие, и ваши родные, и ваши друзья, и ваши сотрудники по работе относятся к одному из трех типов мышления, к одному из трех психотипов. Мы называем эти типы центрист, конструктор и рефлектор. Вся эта классификация восходит еще к трудам нашего замечательного Ивана Петровича Павлова, который выделил художников, мыслителей и некий средний тип. Вот. Ну и описывая, соответственно, эти типы, он показал, что существует совершенно разный способ восприятия реальности и реагирования на одни и те же вроде бы события. То есть происходит одно и то же, но вот разные люди, в зависимости от того, к какому типу они относятся, реагируют на эти события совершенно по-разному. По-разному их видят, по-разному их оценивают. И дальше возникает огромное количество конфликтов и напряжений из-за того, что у нас возникает ощущение, что нас не понимают, что мы как-то находимся в разных, так сказать, плоскостях реальности, видим ситуации по-разному, и нам бывает сложно договориться, сложно друг друга понять. Но на самом деле есть ключи к этому пониманию. И чем лучше мы понимаем свой собственный психологический тип, к которому мы относимся, чем лучше мы понимаем типы других людей, с которыми мы взаимодействуем, тем это общение становится более комфортным, более интересным, более поддерживающим психологически. Сейчас общаться стало, так сказать, это роскошь общения, вот, потому что обычно люди переписываются, перекидываются какими-то ссылками, вот, они все меньше и меньше друг с другом говорят. И всегда было сложно найти своего человека, всегда было сложно найти общий язык с другими людьми, но сейчас это сложно вдвойне. И мне вот хочется, чтобы в течение этого короткого мастер-класса, где вы получите необходимые инструкции, задания, вы сможете справиться с помощью этих знаний, с раздражениями, которые у вас иногда возникают при общении с другими людьми. Вы узнаете, о чем с ними интересно говорить, как именно следует говорить для того, чтобы это общение было интересно и полезно, и психологически поддерживало и вас, и тех, с кем вы вместе проводите жизнь. Время сейчас такое напряженное, все находятся в определенном стрессе, пытаются как-то заново себя найти и обрести. Вот. И здесь тоже важно понимать, что вы за психологический тип, какие у вас есть психологические особенности, и в зависимости от этого различные, как бы сказать, подходы есть к адаптации, к взаимодействию, к получению результатов. Вот. И об этом, обо всем я планирую поговорить с вами в ближайшие 3 дня. Этот мастер-класс будет полон и моих видео, и инструкций, и объяснений, вот, и практики. Поэтому будет очень здорово, если те рекомендации, которые я вам дам, вы попробуете, как бы сказать, потренируете. И я очень надеюсь, что у вас возникнет интерес к этой большой важной теме.
тема в целом звучит. Социальный интеллект, да, это один из самых важных так называемых софт-скиллов. Наша жизненная успешность зависит от того, насколько хорошо мы общаемся с другими людьми, какое количество людей мы можем, так сказать, вовлечь в орбиту своей деятельности, своей работы, своей жизни, и чем они полнее интегрируются в деятельность, которую мы с ними совместно реализуем, тем эта деятельность более успешна. Вот, поэтому я считаю своим долгом создавать самые разные форматы обучения социальному интеллекту. Ну, сейчас у нас такой будет мастер-класс. Я надеюсь, что вы почувствуете, как это здорово, когда вы действительно можете найти, подыскать ключик к каждому человеку, понимая, к какому типу он относится и как правильно с этим типом психологическим взаимодействовать. Вот такой у нас план. Ну, подробности будете получать дальше. Следите внимательно, все обязательно комментируйте, рассказывайте, как у вас, что у вас получается, что не получается, что стало интересно, где хотите, чтобы мы более углубленную дали информацию. Все это для нас тоже очень ценно. Учимся социальному интеллекту, изучаем три типа мышления. Дорогие друзья, вы сегодня начали проходить наш мастер-класс «Искусство общения», и это начало пути, и сегодня важно понять, что вы друг от друга сильно отличаетесь. Уже очевидно, что отличия эти есть. Завтра вы получите возможность пройти тест и понять, кто вы по типу. Сегодня вечером вы сможете послушать мою лекцию, где я про это рассказываю. А сейчас мы набираем с вами эмпирический материал для того, чтобы понять, что вы действительно отличаетесь от других.